Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Жилье в Кирове в этом году подешевеет на 2-3%. Такой прогноз, основываясь на тенденциях рынка, делают аналитики Realty Group. Отрицательная коррекция цен на квартиры как в готовых домах, так и в новостройках началась в 2015 году. Существующий тренд поддерживает политика банков. Устойчивое снижение ипотечных ставок, которые продолжатся и в этом году. При этом спрос на недвижимость в Кирове за последние 3 года не падает, а наоборот растет. В прошлом году он составил 4%, сообщает «Бизнес-новости» в Кирове. По прогнозам аналитиков, в этом году можно ожидать порядка 25 тысяч сделок по покупке и продаже квартир. Дайджест недвижимости. Извещение о продаже доли в недвижимости можно разместить на сайте Росреестра. Сделать это и ускорить сделку с покупателем разрешается в том случае, если собственников объекта более 20. Обязанность уведомить соседей о продаже части общего имущества возложена на собственников Гражданским кодексом. Обычно такое извещение направляется заказным письмом. В случае, если совладельцев недвижимости слишком много, процедура оказывается затратной. Размещение информации через сервис Росреестра для собственников бесплатно и позволяет им экономить время и средства, отмечается на сайте горадминистрации. Дайджест недвижимости. Законопроект, разрешающий хостелы в многоквартирных домах, рассмотрит весной депутаты Госдумы. Он легализует мини-гостиницы, однако прописывает к ним жесткие требования. Владельцев хостелов заставят согласовывать работу с хозяевами квартир. Сейчас эксперты определяются, какой процент собственников должен проголосовать за нахождение в подъезде гостиницы. Большинство аналитиков уверены, что их должно быть не менее половины. Подпольных гостиничных предпринимателей будут искать специальные комиссии, созданные региональными властями. Также законодатель обсуждает вопрос о легализации гостиничных услуг, оказываемых туристам в частных домах. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.